Это вторая интеллектуальная игра за учебный год в университете. Команды уже были сформированы, правда, из-за практики, которую сейчас проходят многие студенты, некоторых участников пришлось заменить. Три команды из 4-5 человек кафедр педагогики, истории и филологии объединили свои умы, дабы достойно представить свой курс и показать свой интеллектуальный уровень. Мы давно хотим, чтобы у нас в университете были интеллектуальные игры. Даже если бы мы не приурачивали ни к чему, мы все равно бы проводили эти игры, потому что они развивают кругозор. У нас выходят педагоги, чтобы у них был богатый кругозор. И, естественно, что таким образом формируется и профессионализм студентов, будущих учителей. В дальнейшем мы хотим создать клуб «Эрудит», чтобы туда уже по другим принципам формировали, чтобы там формировались команды по другим принципам. Пока администрация вуза обдумывает и планирует создание клуба «Эрудитов», сформированные команды интеллектуалов вовсю борются за победу в игре. Область задач и вопросов весьма широка, от точных наук, таких как химия, физика и биология, до самых, казалось, простых, как сказки. Но суровое и объективное жюри выносит свой вердикт. Победу одержала команда кафедры филологии «Индиго». Мы в этом году довольно только 2 раза участвовали. Это был 2-й раз. Был намного удачнее, чем первый. Первый раз мы ознакомились с этой игрой, а сейчас мы уже более приспособлены к этой игре. Были более подготовлены. Я очень рад, что мы победили. Но наша победа зависит не только от меня, но и от всех членов команды. И благодаря нашей поддержке, которая нас поддерживала из зала. Кроме положительных эмоций, участники победившей команды были награждены и призами. Каждый из них получил флеш-карту.